Салют, друзья! Это Шамиль Ом. Рад приветствовать вас на 4-й серии «Слушаем и смотрим винил». Сегодня она посвящена одному из моих любимых направлений хаос-музыки – прогрессив. Впервые с этой волшебной музыкой я познакомился в конце 90-х благодаря настоящему миссионеру искусств Патрику из Чикаго. Тогда интернет в России был совсем в зачаточном состоянии, и всю информацию про музыку мы черпали из журналов и от знакомых. Патрик, сын профессора из Чикаго, иногда приезжавший в Казань, всегда привозил десятки кассет и журналов, в основном с электронной музыкой. И на одной из кассет был двухчасовой сет диджея Саши Сан-Франциско из отличной серии Global Underground. Тогда я заслушал эту кассету до дыр. И это была любовь к прогрессиву с первых звуков. Открывает серию современный гуру прогрессива Гай Джей. 10-минутный эпос Last Standing вышел в прошлом году на собственном лейбле Гая Lost and Found. Очень круто, что лейбл в это непростое время продолжает выпускать виниловые пластинки.
Номер два. Музыкант из Голландии Гарри Лемон, больше известный как Lemon Age. Пластинка из начала 2000-х, золотого времени Progressive House. Ну и, конечно, вышла на топовом лейбле Underground House сцены того времени Bedrock. Думаю, стоит отдельно посвятить серию этому детищу Джона Дигвида и Нико Мио. Итак, Lemon Age, Lost Control, Inner Sanctuary Mix.
Третья пластинка – танцевальный боевик начала века «Body Language» от Мэнди и Букашейд. Уверен, что на каждом танцполе звучала эта мелодия. Первый релиз трека состоялся в 2005 году на собственном лейбле артистов Get Physical. В 2023 году вышло переиздание с ремиксами от Хош и Патрис Бомель, версию которого мы и будем слушать сейчас. We'll be right back.
на лейбле Vapor Recordings, хозяин которого есть еще один мастер хаус сцены, Кейси Тейлор, вышла работа Blackstone Super Frill. Под названием Blackstone скрывается сам Кейси и его товарищ Энди Джаред. На пластинке две версии – оригинал и Ocean Wave Dub Mix от сайт-проекта Тейлора. Давайте послушаем вторую версию.
и на десерт я оставил мою любимую часть White Label, или неофициальный трек. Сегодня это бутлег, совместивший в себе ремикс от Ювана Пирсона на трек группы Rapture и No Stoppin' от Мэнди. По ряду причин артисты делают такие релизы. Кто-то не желая очищать права, кто-то как тестовую пластинку или по другим причинам. Интересно, что вы думаете по этому поводу? Почему музыканты выпускают такие работы? Пишите в комментариях.
Благодарю за время и интерес к проекту. Все пластинки можно приобрести в моем музыкальном бутике. Ссылка будет в описании. Салют!